И еще один перехват. Бурыкин будет отдавать центр. Да, так и есть. Фасхутдинов. Едва не помешали сейчас Кулем друг другу. Куль дальше Фасхутдинову. И это гол. Это шестой мяч. Все как по нотам разыграно. Хотя казалось, что в какой-то момент сейчас друг другу помешали уже Руслан Кулев и сам Фасхутдинов. Но все закончилось шестым забитым мячом. И шестой футболист у нас уже вписывает свою фамилию в протокол этой встречи. И сейчас будут замены у Сокола. Вижу, что сразу три футболиста у нас меняют тренировочный комплект на игровой. Или два как минимум. Сейчас посмотрим в итоге. Но движение на скамеечке гостей не наблюдается. Даже уже и Сергей Вехтев присел.